Я иду к тебе навстречу. По траве звенящий. Подарю тебе я вечер. Красивый. Самый настоящий. Настоящий, Ром, да. На, нюхни. Это Ром, да? Ром. Это Ной. Ной? Ной в ковчег. Я считаю, как Ром. Я тебе вчера 3 дня звонил. Да? 3 раза звонил. Хоть трубку-то не берешь. Угу. Пошли. Сошёных или солёных? Солёных. А какие солёные это у вас грибы? Сирушки, волнушки. Да? Желтые, белые, черные грузди. Рыжики. Грузди, сам ты рыжик. И грузди, да. Да у нас в деревне все есть. Кроме грецких орехов. А я тебе привез грецкие орехи сейчас. Серьезно. Леша, они мне не по зубам. Весь припейник тебе, блин. Да не мои. Сынки Смирнова взял. Здорово, Серега. Ну как, она грибы собираете? Грибы? Да. Мне некуда собирать. Он грибник. Он у нас не грибник. Иди. Сережка, он лучше сними. Иди. Пойдем, у Валерия Павловича лучше дом снимем, нахуй, блядь. Как у нас там ремонт идет, нахуй, блядь. Иди, снимай. Там молодежи немерено. Сегодня суббота, все съехали. А вон и Валерий Павлович идет. Вот его и снимай. У него морда хорошая. Он сейчас не пьет. От меня отвали. Привет, Валера. Каким судьбам? Проведать. Проведать все-таки решил. Пока желтая листва идет. Правильно, сейчас самая красота. Вот, видишь, какая красота? Ух, сейчас самый... И лес становится в лесу-то какая красота. На болоте-то прелесть. Да. От тебя ничего не будет. Ни череповцы, понимаешь, и дым хватает. А не супай путь в глазах. Порядок. Опять с пивом. Когда ты налопаешься там? Да с чекушкой. Зря ты ему это покупал. Это не он. Ой, ты на свои купил, родные. В Петровиде ходил. Кому? А что ты там делал? А Плушки ни разу не был. Он не знает, что там наверху творится. Леша, подвал пешком можно проходить. Так это клуб. Чего? Клуб. Самый большой дом это клуб называется. Night Club. Да, это самый большой дом в деревне. Да. Не самый. Самый. Вовки Медведев был тоже высокий. И самый большой и дом по площади. И 2 этажа это этот. И даже больше клуба, не пизди. Это с шириной больше. Что ты мне рассказываешь? Леша, еще раз меня снимешь? И старше. Этим букетом я тебя похарю. Привет! 22 сентября. Прекрасная погода. Смотрите, какой клен красивый. И красный, и зеленый, и желтый. Вообще четко, блин. Не объять эту. Это груша или яблоня? Это клен.